Еще не успел выйти, но уже успел наделать шуму сериал «50 квадратных метров». Это мини-сериал снят в стиле фантастики, черный юмор. Главные роли исполнили уже известные во многих странах актеры. Поэтому ставки на рейтинг этого сериала очень высокие. Немного о сюжете. Мини-сериал рассказывает о путешествии таинственного наемного убийцы Гёлги, известного в темных мирах. Это главная мужская роль, которую исполнил Янгинос Тюрк, турецкий актер. Известен благодаря роли Шахзаде Селима в сериале «Великолепный век». Гёлги оказывается в отеле площадью 50 квадратных метров в районе, о котором он совсем не знал, когда убегает после предательства Сервета, которого он считал своим отцом. Жители района, которые видели Гёлги, скрывающегося там, пока все не утихнет, думают, что он сын владельца отеля, недавно скончавшегося портного. Эта новая личность, основанная на лжи, раскроет секреты прошлого и личности Гёлги. Когда вы привыкнете к району и людям, живущих в нем, Гёлги превратится в нового человека и начнет понимать, кто он есть на самом деле. Янгинос Тюрк – исполнитель роли Гёлги. Янгинос Тюрк родился 28 сентября 1986 года в турецком городе Эскишехир. Уже в 2008 году Янгин решил для себя, что в дальнейшем хочет стать актером. Он поступает в Анкарскую консерваторию, чтобы изучать актерское мастерство. С 2013 по 2014 год Янгин принимает участие в съемках сериала «Великолепный век», который позже возглавит все возможные рейтинги, после чего актер получил колоссальный успех и теперь исполняет только главные роли в сериалах. Айбуке Пусат. Айбуке Пусат – турецкая актриса, балерина, модель и обладательница конкурса красоты, которая была коронована «Мисс Земля Турция 2014» и должна была представлять свою страну на конкурсе «Мисс Земля 2014». Родилась 25 февраля в 1995 году в Анкаре. Самую большую популярность ей принесла работа в многосерийном художественном фильме «Обещание» в 2017 году. За эту роль актриса в мае 2018 года получила звание «Лучшая актриса сериалов». Озгурем Риелдерем. Озгурем Риелдерем – турецкий актер кино и сериалов. Родился 26 октября 1983 года в Стамбуле. В 2015 году Озгурем Риелдерем сыграл одну из главных ролей в исторической драме «Отсутствие». В 2016 году он снялся в фильме «Вместо нас двоих». Актер сыграл главную роль в комедийной картине Джейма Илмазариф и 216. В 2020 году он исполнил роль Батина в детективном сериале «Але». Чингиз Бозкурт. Чингиз Бозкурт – турецкий актер. Он наиболее известен своей ролью Эрдала Бакала в популярном сюрреалистическом комедийном сериале «Лейла Илье Мечнун». Также в сериале приняли участие Тухчи Карабаджак, Джансу Дагдилейн, Егид Кираджи, Кюршат Алначик и другие. Смотрите этот и другие сериалы с наслаждением. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.